течение 2 дней работала межведомственная рабочая группа по планированию противопаводковых мероприятий, отслеживанию прохождения весеннего половодья в Алекминском районе. Подробности далее. Весна 2017-го выдалась необычно теплой. Среднемесячная температура превышает норму порядка на 10 градусов. А значит, главная цель – быть в полной готовности к более ранним проявлениям паводка. Весна идет в ранние сроки. И то есть нам сегодня погода корректирует наши планы по предупредительным и превентивным. В целом на этот день готовность в Алекминском районе к паводку можно считать в пределах нормы. Рекомендовано ускорить подготовку в сельском хозяйстве. Пункты, где будут размещены животные во время половодья, сам перегон скота, готовность населения в наслегах, где возможно подтопление. Я думаю о том, что мы вместе мы проведем постараемся провести безопасным. Одновременно был поднят вопрос о пожароопасном периоде в силу тех же погодных условий. Прошлый год еще раз доказал, стихия просчетов не вращает. Ущерб от лесных пожаров составила 154 миллиона рублей. Это представьте себе, 157 пожаров, 154 миллиона рублей. То есть в течение одного пожара практически мы тратили 1 миллион рублей. В ближайшее время в районе будут проведены превентивные мероприятия. Зачернение распиловка льда, тренировочные учения у сельчан. Елена Фас, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.